Сталина расширяют спектр проводимых военно-исторических реконструкций. Сегодня мы расскажем вам об одном из самых кровопролитных и, к сожалению, забытых сражений Первой мировой войны, произошедших на белорусской земле. Нарочская наступательная операция, которая началась в эти мартовские дни 101 год назад. Основные усилия германское командование направило на французский Верден. Начатое 21 февраля наступление изменило обстановку. И 3 марта Франция обратилась к России за помощью. Руководство операции с русской стороны осуществлял нашу разведку города Витебск. Он разделил свою группировку на 3 основные части: северную, центральную и южную.
Разгорелся, как видим, очень успешно. И похоже, сейчас русская пехота будет выходить из этой позиции. Слышим свисток офицера, который подает команду солдатам. И видим, что русские начинают отходить. Война велась по благородным правилам, хотя это и война. Объявляется затишье для сбора раненых и убитых с поля боя. Thank you.
наступательной операции. В ходе боевых действий Нарочской операции со стороны русской армии погибло 78 тысяч бойцов и офицеров. Крайне несправедливо то, что эта война осталась в нашей истории совершенно забытой. Надеемся, что мы еще можем вернуться к этой теме и не один раз рассказать о тех страшных и суровых годах. Участники реконструкции, пожалуйста, на общее построение. Уважаемые товарищи, восстановить события всех близких стрелок мы помогли. Мы на районе 30-30 будет военной политики реконструкции. Для вас сегодня работали и создавали вам праздник. Сотрудники